Всем привет, с вами Лорд КД. Тут я немного прошел, потому что... Не знаю, я не знал, что тут будет чекпоинт. И при следующей загрузке оказалось, что... Я здесь продолжаю. Так, ну в общем... Я долго тупил и искал этот тут проход дурацкий. И кое-как нашел. Да, как всегда, просторы у нас тут в метро, в тоннеле. Между Кузнецким мостом и Пушкинской, откуда-то вдруг, на котором идет битва между красными и фашистами. Я бы сказал сразу, что красные тут какие-то немного неправильные. Так. Ой-ой-ой-ой. Не понял. Так, ну мне вниз-то надо. Ну, в общем, без прохождения я тут не обошелся. Потому что до этого мне пришлось оба гарнизона завалить. Как я это умудрился? Ну, об этом говорит только одна фраза. Nobody but us. Так, я в противогазе, нет? А, нет. Вот теперь противогазимо. Так. Да, без прохождения тут было бы туго. Так. Нам... Причем компас тут показывает только, ну, в направлении этой дырки. Так. Ну, в которую нам надо попасть. Но не показывает нам... Так, тут даже так будет проще. Так. Он показывает нам только направление этой дырки, куда нам надо попасть. А как добираться до туда, сами думайте, якобы. Так. Ну, что-то там фашисты несут, агитируют. Так, нам надо поаккуратнее, потому что тут вроде как... где-то тут были растяжки. Ага, чистая униформа. Шито. Ага. Калаш и без магазина. Замечательно. Да правда, что ли? Во заливает-то. Хотите на себе почувствовать тем, как это, каково быть мишенью, то пожалуйста, вступайте. Так. О, вот и первая растяжка, которую я вижу. Так. Мы ее можем снять? То граната была бы не лишней. А, не, у нас и так много. Так. Одна есть. Так, вот еще одна растяжка. И кажется, все. Так. Нет, еще одна. Так, ну, в общем, вот мы и на месте. Так. Так. Тут достаточно светло. Оп. Чуть-чуть промахнулись, ну ладно. Да, когда я снимал гарнизон, у меня был калаш без оптики. То есть тот, который нам от бурбона достался. Это я сейчас с оптикой. Так, это у нас, по-моему, последний, да. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Как смешно. Сейчас вы у меня доржетесь, сволочи. Фашистские. Так, мы можем... Противогаз снять. А нет, мы не можем тут снять его пока. Потому что мы на лестнице. Ну, с фашистами я не буду церемониться, поэтому будем... Сейчас мы им устроим веселуху. Получи, фашист, гранату.
Привет. Ты где? Я хочу на твою рожу посмотреть. Ну, натяни, попробуй. Лови. Кого-то там, наверное, убило. Так. Да. Ваш, это, диктатура, конечно, самая, блин, она нормально. Так, обираем. Но если хотите умереть как мишени, то пожалуйста. Не с места. Не невеста. Наверное, так как-то. А тебе по черепу чем? Расскажи. На больше тебе ничего не вверх не надо. Сейчас мы тебе поможем. Ну где, где я? Ха. Давай. Блин. Ух ты. Ну нате вам. Так. Кажись, к нам спускаются гости. Или не спускаются. Где ты есть? Покажись. Да ладно, правда что ли? Так, один есть. Второй, иди сюда. Да, к вам, прикиньте. Блин, неудобно с ночным видением. Еще в оптику глядеть. Вот вам. Ну давайте, давайте, кто там сунется. Опа. Так, плохо, что у нас села батарейка. Ага, на виселице, да? Ну-ну. Да пошла ты, армия Рейха.
Так, что-то у нас с патронами уже хуже. О, хороший дробаш, я, однако. Не то, что предыдущий был. Вот это вообще зачет. Как-то так, наверное. Не угадал я, человек. Ой. Хорошо, залегли. Ой. С прицел ночного видения они видят меня. Не заметил. Ну где я? Че, все, вы пусты, что ли? Печально. Бум. Я чувствую, я это зря сделал. Бум. Блин. Вот это внезапно. Вот это внезапно. Ух ты, ни хрена, вы наглые. Вот это нахальство фашистское. Ладно. Так. Ну, думаю, так будет лучше видно. А, есть, паскуда. Что-то очень косо. Я так понимаю, они забыли его пристрелять. Ой, это тебя не видно прям. Заныкался тоже мне. Опа. Таранкетка, таранкетка. Получи фашист гранату. Ой, ой, сейчас что будет? Бум. Хе-хе-хе-хе. Блин, засветили меня. Это нехорошо. Так, по идее, там на башне должен быть ДШК.
Так. Сейчас мы помочим фашистов из ДШК. Так. Ну, я на это очень надеюсь, по крайней мере. Правда, что ли? А у вас больше нету бойцов. Ай, ой. Давай. Ну чё, где тут кто? Давайте, вылазьте. Так, чувствую уже все. Я уничтожил их раньше. Правда? Ваши товарищи уже на себе наше гуманное обращение. Вступайте в наши. Ну, чё, пойдем посмотрим на их гуманное обращение. О, еще магазин. Ой. Какого-то хера завалил. Ну, они же обращаются друг к другу. Хер. Хер офицеры, ну и так далее. По крайней мере, я это делаю, чтобы освободить чуваков там. О, ножи это очень не надо. А чё, у меня всего два ножа, что ли? А, нет, четыре, хорошо. Ну, перезарядимся так на всякий пожарный. Чё вы такие бомжи? Армия Рейха. О, я куда-то залез. О, вот он ты где. Черт, не видать там. Ну-ка, так. Тот-то, я думаю, как-то он подозрительно там такая тень. Эта тварь одного из наших убила. Да я не столько вас убил.
Мурзила. Ну обойдите меня, обойдите, попытайтесь на этот раз. Может получится. Блин. Патронов у калаша что-то не так много осталось. Надо переходить на дробовик. Так, ну тут с этой стороны вроде никого больше. Ты смотрите, как он упал. Так. Ну покажись, кто-то сказал-то. Ну ладно, в тоннель так в тоннель, нате. Блин. Артём, ты сильнее не мог её кинуть? О, чуваки встали, значит. Ну, наверное, почти всех убил. Фашистов. У фашисты. Да, не дофига у вас тут. Так. Так, ну что вы скажете мне, чуваки? Спасибо, товарищ. Я слышал, что где-то рядом действует охотник. Хорошая работа. Неважно, что у тебя за задание. Мы перегруппируемся и отступим. Спасибо, что дал шанс выжить. Да всегда пожалуйста, чуваки. Для хороших людей не жалко. Так, этого я уже обыскивал. Ну давайте. Я, конечно, знаю, что вот здесь надо было пройти, если по-тихому. Нет, он все-таки жив, посмотрите на него. Подонок. Ну все, теперь нет. Мы исправили его ошибку. Блин, надо дурацкий этот вырубить. Патефон с этими маршами фашистскими. Ну да, полный магазин. Увы. О, да. Тут мы много патронов потеряли.
Ну давайте. Чё, никого что ли? Бурум-бум-бум. Так, сохранение, это хорошо. Ну да, на балалай. Кстати. Артёмка, да ты, я смотрю, мастер. По струнным. Странно, что у фашистов балалайка. О, аптека. А, у нас полная. Чё, всё? Тут больше ничего. Ну ладно. Ну, ничего так ничего. Да, ну давай. Давайте попробуем пройти. Ух, ни хрена. Когда я пришел в себя, надежды у меня не осталось. Пленные в фашистских концлагерях использовались как рабы или мишени. Ну, о чем я, собственно, и говорил. А то мы не знаем, как фашисты используют пленных. Так. Не, ну, конечно, прикладом по морде это хорошо получить. Всегда здорово. Да чего думать-то? Пристрелим красного шпиона и дело. Разве нам не надо вызвать гестапо? Пройдет вечность, пока они сюда доберутся. Да откуда оно взялось? Кто будет следить за этой свиньей? Гестапо. Слышь, офигел. Точно. Ладно, краснопузый. Молись своему Марксу и Энгельсу. Я смотрю, спецназ пошел. Если будешь молиться смешно, мы тебя прикончим быстро. Матрица. Ну-ну. Вообще зачет. Аж ушах все за это вырубилось. Ну что, парнишка, ты у меня теперь в долгу. Что-то ты не выглядишь как красный. Да, это же жетон Хантера. Давай-ка я отведу тебя к мельнику. Ему все сам расскажешь. С этого и надо было начинать. Так, двинули к броневику. Паша, план такой. Подбросишь этого парня к нашей дрезине. Оттуда совсем рядом. Надо только пройти через дыру и через черную. А что же с нашим заданием? Поверь, мельнику новости о Хантере куда важнее. Медаль получишь, а с заданием я сам разберусь. Все, встретимся на черной. Ты там поосторожнее. Куда только? Да, тут ничего интересного. Увы. Так, ящики не взаимодействуются. И опять дурацкая FPS у нас скачет. Вот именно в этот момент надо было ей. Смотрим нычки. Нычек нету. Броневику. Прямо у них тут броневик где-то стоит.
Что-то мне подсказывает, что это нифига не броневик. Да. Много. А, ну так это броневик. Ну конечно. Конечно, броневик. Ты садись в башенку на пулемет. Надеюсь, ты умеешь с ним управляться. И еще как. Ну, братцы, удачи вам.